не понимаю. Элион исчезла? Захвачена колдуньей, которая была среди нас. Трилл. Так колдунья прикинулась Трилл? Похоже, никакой Трилл не было. Никто вокруг не припомнит ее происхождение, родни, даже где она живет. Но Трилл помогала восстанию. У нее могли быть причины скинуть Фобоса. Или она старалась подобраться к королеве. Она забрала у Элион ее силу. До капли. Придется нам вызвать подкрепление. Всех стражниц. Нет, стой! Зуб Донги. Трилл его касалась. Как я и боялась. Трилл коснулась зуба и моего перстня. На наших амулетах ее проклятие. Тот, кто воспользуется ими, погибнет. Бланк очень красив, нельзя погибать. Как же мы попадем на землю? Я постараюсь снять ее наговор. А не то королеву не спасти. Да и стоит ли? Подвластны нам и пламя, и вода, и воздух, и волны лихой прибой. Открыть себе таланты никогда не поздно. Мы идти готовы в бой. Бойся, беги, злодей, у нас одна команда. Мы сильны, дружны, не дрогнет рука. Значит, конец неизвестности. Никого не смущает, что у нас которую неделю нет известий от Калиба и Эля? Автор сценария Николь Дабок. Не смущает. Калиб знал, что я в отъезде, а звонить Смердиану недешево. И вообще, мы разбили злодеев и заслужили отдых. Но каникулы кончились. Завтра опять в школу. Привет! Правда клево? Я думала, лето не кончится. В честь начала учебного года я подготовила первый реферат. А можно я ее стукну? Прошу. Простой и полезный трактат. Тарани о квинтэссенции. Квинтэссенция? Это атакующий клич той старухи? Но при чем тут легенда о четырех драконах? Она же про нашу силу. Верно. Каждый дракон соответствует одному из элементов. Земле, воздуху, огню, воде. Но и нимфа Ксинжинг обладала силой. Неучтенный фактор. Как мясо в школьной столовой. Квинтэссенция – пятый элемент. В древних легендах она подобна электричеству. Считалось, что она присутствует в молнии. Ее же зовут материей жизни, типа биополя. Квинтэссенция способна оживлять неживое. Ну прямо доктор Франкенштейн. Это по мне. Метать молнии, слушать предметы. Моя сила кажется мне близко к квинтэссенции. Пятой стражницы, пятый элемент? Логично. Что непонятно. У этой старухи все мои силы, но в квадрате. Какова ее связь со стражницами? Как она связана со мной? В другой раз, дитя! Она очень сильна. Нам надо прорваться на землю к стражницам, презирая риск. Эй, Балан, ты любопытен. Калиб сказать нам! Тарани! Кажется, с ним ты танцевала. О, вот почему тебе не терпится в школу. Мама!
Смотреть надо под ноги. Это твой? Спасибо. Отвяжись, Юрия. О, это ты? Спасибо. Извини их. Урия не всегда такой гад. Порой с ним занятно тусоваться. И с каких пор ты тусуешься с этим придурком? С тех пор, как все разъехались на лето. Мне привередничать не приходилось, но ты вернулась. И перспективы у меня улетные. Так что, если нет планов на вечер, в клубе играет чумовая группа. Тогда, пожалуй, у меня есть планы. Улет! Встретимся в 8. Звонок! Мои очки! Бланк забыть! А, включать вода! Бланк любить мыться! Нет, еще рано. Заклятие колдуньи очень трудно снять. Неважно. Было сказано, тот, кто воспользуется зубом, тот погибнет. Я открою проход, а Бланк предупредит стражниц. Калиб, не надо давать дуба! Если вера крепка, попытаться можно. Только риск... Все равно. Релинки Малевола. Не знаю, подействовало ли. Зуб еще может быть опасен. Нет! Калиб мертвяк! Холодный мертвяк! Калиб живой. Ох, холодный, но живой. А где мы? На земле. На горе Танос. Мы пытаемся связаться со стражницами. Элеон и Меридиан... В опасности. Но почему? Возможно, ответ в пещере. Надеюсь, что я ошиблась. Класс! О ком ты говоришь? Я не знаю имя, только... Он красавчик. О, нет, он смотрит на меня! Не мне судить, но разве ты не хочешь подмигнуть ему? Неважно. Эй, Тарани, а ты не ешь? Как? Я потеряла очки. Не выучи я заранее первые главы всех учебников, было бы ужасно. Кстати... Очки нужны к вечеру. Найджел пригласил меня в клуб. Не вздумай соглашаться. Пойду поищу во дворе. А? Если смогу найти дверь. Эй, Найдж, подружка на выпускной бал. Замри, Клаб! Тарани, улет. Взгляни. Эй, Юрия, дай-ка мне. Найджел, что делаешь? Так, экспромт. Ой, это очень... Стоп. Это же мистер Шеффилд. Ты потратил помаду на это? Чувак, остынь. Клабер недоумок! Какой скандал! И Париж на деле! Директриса пришла! Заказы на вынос? Так, кажется, это мы на вынос. Скорее! Бабуль, что с тобой? Я телепортировалась. Мне бы вздремнуть денька 4. Где Тарани? Нам всем надо в Кандракар, срочно! Я сейчас это выясню. Тарани, ты меня слышишь? Где ты? Все-таки я влипла. Я в кабинете директрисы. Застряла. А, не подменить? Без обид, Мэтт. Но вряд ли ты натянешь ее колготки.
Ну, я же не о том. Но почему мы сразу не узнали об участи Элион? На перстне было заклятие, а без него мои силы подточены. Так о чем речь? И где Элион? Еще повезло, что директор поверила в твою непричастность. Непричастность? Я же без очков. Надеюсь, она не насядет на Найджела. Не смей встречаться с Найджелом. Что? Найджел хороший, поверь мне. Забудь о нем. Ты судишь о Найджеле предвзято. Он написал твои инициалы. Мама! Дело закрыто. Старуха пленила Элион? И еще хуже. Старуха – это не Риса. Нет, немыслимо. Это абсолютно точно? Я забыла справочник, кто есть кто в Кандракаре. Так это не Риса? Известно, вы не первая стражница. Прежде было 5 других. Кассиди, Галинор, Ян Лин, Кадма и не Риса. То есть Кэгялкин? О, хорошо, что мы ведьма. Нериса возглавила стражниц как хранительница сердца Кандракара. Как и ты, Вил. Сила кристалла открыла в ее душе темную сторону. Ради ее же блага я отобрал у нее сердце и передал Кэссиди. Потеря амулета не давала Нерисе покоя. Она просила, умоляла, потом потребовала, чтобы Кэссиди вернула кристалл. Кэссиди отказалась. Нериса в ярости хотела бежать, но я заключил ее в темницу, надеясь, что она осознает свою вину. Боюсь, я ошибся. С воцарением Фобоса нам пришлось поставить завесу. Мы не могли сторожить ее. Каким-то образом Нериса скрылась. На Меридиане. Возможно, на горе Танос открылся портал, позволив ей сбежать. Нериса сейчас куда опаснее, чем была прежде. Каждый мир имеет источник мистической энергии, подобно сердцу Кандракара. Элион была сердцем Меридиана. Отобрав силу у Элион, Нериса сравнялась по могуществу с 5 стражницами. Ясно. А то бы нам было слишком просто. Она не знает, что мы уже тут. Отправимся на Меридиан и посмотрим, кто кого. Хороший план. Найджел просто хулиган. Если Тарани этого не видит, как можно доверять ее мнению? Значит, мне не доверяют. Как угодно. Остановить? А как бы ее найти? Да, не отзовется, если крикнуть: «Эй, Нериса!» Полагаешь? О, ясно. Молния может ударить 2. Квинтэссенция! Я никому не советую обижать моего парня. Квинтэссенция! Эй, ты же мой болван! Ладно, Нериса. Против электричества найдется... Сразись с тем, кто равен по силе. Квинтэссенция! Лучше бы молчала. Надеюсь, Тара не веселее, чем нам тут. Я ей обеспечу веселье. Thank you.
получается, нет никакого толку. С огнем надо бороться огнем. Но Тарани здесь нет. Откуда взять огонь? Ну, может быть, есть квинтэссенция? Получилось. Почти. Квинтэссенция! Мне больно! Упс. Прости, я учусь. А тут вроде есть прогресс. Эй, а здесь совсем нет! Калеб, ты свободен? Клетка исчезла с Нерисой. Стойте! Ее нет! Ты бросаешь кореши ради зубрилки? Ха-ха! О, мать, жалуби, друзья, это зло! Так можно дойти до тусовки, а она отнимает время от занятий! Ты не знаешь ее? Дай сюда очки! Чума! Говорят, ты плохая компания. Будто я сама паинька. Слышишь? Если разбежитесь, спишешь телефончик? Вы победили ее? Она размазала нас и потом скрылась. Да, даже добивать нас не стала. Макс сказал, Нериса по силе равна нашей пятерке, не больше. Эй, не переживай, Вил, состав был неполный. Ну, да, поэтому исчезла. Разделяй и властвуй. Сейчас она идет к Тарани. К Тарани! Знаешь, тебя трудно узнать. Что? Говорю, тебя не узнать! Тишина, все успокоились! В здании ударила молния, клуб закрыт! Деньги не возвращаем! Молния? В ясную ночь? Пойдем куда-нибудь поболтаем. Тарани? Тарани! Ты тоже! Пошел! Но девушка... Давай, колдунья, покажись! Ну, конечно. Забыла. Ты ведь так умна. Квинтэссенция! Ладно, тебе придется жарко. Ой! Спасибо. Не за что, красавица. Вежливо попросила. Ты на моем поле, Нериса. С техникой у меня взаимопонимание. Трепещу от ужаса. Кто ты и что сделала с Тарани? Может, хватит болтать, Ирма? Как насчет помочь? Отдай мне! Займите ее! Я знаю, что делать! Опять! Я ошибаюсь? Или мы в пролете? Ты угадать! Стражницы, мы едины! Огонь! Так-то лучше! Верно! Теперь сердечный контакт. Почему не действует? У нее сердце Меридиана. Оно не слабее сердца Кандракара. Значит, ничья? Нериса, не лезьте, старушки. А то сметешь нас, как смела Кэссиди. Неужели память о ней для тебя пустой звук? Вы не знаете, что я пережила. Ничто не кончено. Этого я и боялась. По
поговорим с тобой о доверии утром. Домашний арест для тебя – это только начало. Я крутился у клуба, но так и не нашел тебя. Ничего, вот и нашел. Прости, я тебя подвел опять. Твоя мама ругалась? Ее проблема. Надоело быть идеальной дочкой, умненькой и послушной. Не знаю. По-моему, ты и так полный улет. В очках тоже. Отпад.